Николай Михайлович, телеграмма с Головного астрономического центра. Читайте. Профессору Маркову, Москва, Межгалактический институт. У 2:36:21 радиосувязь с зеркалетом Малахит, який вылетел по курсу Земля, планета Сираскаля, перепынилася. У той момент, коли по разликах Малахит повинен был увойсти у зону неприступности. Есть небеспека, что корабель потерпел катастрофу. Старшиня Головного астрономического центра Георг Ремш. У 2:30 и 21 секунду, профессор. А что поведомляют из Межземноморского и Гималайского центра? Подтверждают поведомление Георга Ремша. Неужо знов катастрофа? Третья катастрофа за апошние 200 годов. И все три в одном и том же районе, у зоне неприступности. Эта спиральная туманность оправдывает свою назву, и она саправды неприступная. Кольки выдатных космонавтов уже загинуло в ее верах. Неужели до их треба додать имены Ожегова, Соколова, Икара и Крылова? Неужо шлях до Сираскалии назавсёды закрыты для землян? Хронометр на центральном пульте кирования отличивал уже 12-ю годину, как межгалактичный фотон на зеркалет Малахит потерпел катастрофу и почал блукать по бесконцах просторах сусвету. У гэты час у своей каюте от долгого сну обудился Икар. Знову я проспав самое цікаве. А, і завсёды так. Варто тільки з'явиться якої-небудь небезпеці, як батька загадує мені йти у свою каюту і глитати снотворні таблетки. Ого! На гэты раз я проспав цілих 28 годин. Акурат стільки часу треба було, каб Малахіт пройшов зону неприступності. А, значить, ми міновали її. Але чому у каюті нікого нема? Тата! Дядька Сережа! Товариш Крилов! Дівна, мікрофон не працює. А прибори? Що з приборами? Екрани перекошені, стрілки погнуті, карти порозкидані по всій каюті. Тата! Чому ти не відкликаєшся? Тата! Тата! Напевно, ён у штурманской рубцы. Тата! О, живы! Сергей Васильевич! Борис Петрович! Где вы? На допомогу, батька поранены! Это ты, Икар? Я. Ты. Ты поможи. Дай мне руку. Ну, тримайся так. Так. Дякую. О, а зараз глиток води. Зараз. О. Тата, що здарилося? Чому ніхто не відказує? І прибори розбиті? І
ты у крыві. Зараз я розкажу. Розкажу, тільки допоможи спочатку зробити пирогу. А, так. Тримай, ось так. Залежи ось тут. Може, я ще подати води, а? Ні, не треба. Тепер лепше. На нашому кораблі катастрофа. Узорвався отсек головного рухавика. Соколов і Крилов були там. Значить, яны? Так, яны загинули. Видать, у камеру, где были запасы горючих, трапив метеорит. Почалася ланцуговая реакция. За секунду до вибуху комусь удалося отключить от корабля третью ступень. Отсек головного рухавика. От вибуху разбилися приборы. Але корабель уцелел. И я в гэты час спокойно спал? Я ничего не чув? А что б ты мог зробить, мой хлопчик? Шлях космонавтов тяжкий и суровый. Соколов и Крылов загинули во имя великой мэты. Наш малахит все ж прошел зону неприступности. И не такая уже неприступная эта зона неприступности, коли наш малахит все ж прошел ее. У ёй есть проход, свободный от осколков космичной материи, и я знайшов его. Нашим шляхом пойдут иншие корабли. Иншие? А что будет с нами? При запасе горючего и рухавики загинули, мы николи не сможем вернуться на Землю. И до Сираскалии так само не долетим. Любой метеорит, с яким мы сутыкнемся, несе нам смерть. Но про смерть ты вспомнил рано. Нам еще треба жить. Треба поведомить людям, что у квадрате Альфа-217 зона неприступности. Есть коридор, прошедший, який можно досягнуть Сираскалии. Сираскалия, Сираскалия. Может, она такая же мертвая планета, как Плутон, або Уран у нашей Солнечной системе? Не, Якар. На Сираскалии повинно быть житё. Повинны быть разумные истоты, близкие людям. По своей физичной характеристике, Сираскалия такая же планета, как и наша Земля. На планете есть все умовы для життя. Тому мы так и имкнемся до ее проз миллиарды километров, проз зону неприступности, проз усе небеспеки, якие подстерегают на каждом кругу. Ты говоришь, подстерегают. Они подстерегли уже нас, а теперь наш малахит металличное вертяно. Что мы будем робить далей? Погляди, на кольких один засталось энергии у аварийных батареях. Так, стрелка показывает 35. Значит, 35 годин батареи будут силковать энергией уцелелые приборы, подавать по ветру, подтримливать температуру у рубцы. 35 годин – это житё, Икар. Тата, загадывай, что робить. Так, перш за всё треба оглядеть корабель, доведаться, что уцелело от выбуху. Давай, да поможи мне, Икар, так. Надеть скафандр. Только осторожно, у меня вельми болит рука. Надевши скафандры, яны вышли на палубу корабля. Свет мокливости, лютого холоду и опрометной темры раскинулся вокруг их на миллиарды километров, быццам у немым здзіўленні, поглядаючи на малахит, маленькую пясчинку, занесенную сюды силой и дерзкостью человечего гения. Тата, что это за яркая зорка там, каля самого краю туманности? Чому она горит таким неровным пульсующим светлом? Это, сынок, все, что засталось от нашего рухавика. И он светится там, как помник нашим верным товарищам, которые ценой своего життя выратовали нас от гибели.
Ты лечишь, что мы выратованы? Так. Ты повинен лететь на землю, Икар. Я? Один? Над чем? На аварийной ракете. А я застанусь тут. А по двум нам лететь нельзя. Нет, а да? Я этого не зроблю. Я не покину тебе одного. Ты это зробишь, Икар. Люди на земле повинны доведаться о причинах катастроф. Яны повинны ведать координаты проходу в зоне неприступности, каб не рызыковать життем и космичными кораблями. И тады на Сираскалию полетять новые зоркалеты. Ты ж ведаешь, я мару об Сираскалии все житё. И ты повинен быть сирот перших, кто открыя эту планету. Мы повинны расстаться, Икар. Нет, тата, не... Не перечь. Икар, земля чекаю тебе, а тут у космосе тебе буду чекать я. А теперь вернемся у корабель. Икар, да поможи, распилилась. О, сдымай, тяни вот так. Дякую. Тата, но это не Максима, но ты хочешь застаться тут? Но ты ж загинешь. Ты ж сам только что казал, что запасов энергии хопит не больше, чем на 35 годин. Не турбуйся. Малахит будет протягивать свободный полет. И он может загинуть праз некалькі годин, а может протриматься шмат годов, покуль не сутыкнется с метеоритом, або не трапить у зону притягнения какой-нибудь зорки. Будем сподеваться на лепшее. Зоркалет не загине, покуль ты не вернешься сюды на новом корабле и не знодишь меня. Я не покину тебе, тата, чуешь? Я не полечу на землю один. Я ж ведаю, ты кажешь, это только для того, как заспокоить меня. Але коли нам нельга выратоваться, то мы загинем разом. Загинуть, это, сынок, самое простое, что мы можем зарабить. Мы повинны жить. Чуешь, Икар? Обовязково повинны жить, каб ажыццявіць заповедную мару человечества, досягнуть Сираскалии. У имя гэтага нам прыйдзецца расстаться. Я тебе кажу гэта не як батька сыну, а як командир, член экипажа. Это мой загад. А загады трэба выконывать. Я выконую ваш загад, товарищ командир. Ты полетишь на землю на аварийной ракете «Зорочка». Это первая ступень Малахита. Ты ведаешь, что ракета призначена для посылки на землю материалов об работе экспедиции, коли экипаж по каких-нибудь причинах вернуться не может. У «Зорочки» есть самостойный руховик. Его энергии достатково, как разогнать ракету до зададенной скорости. Далее она будет рухаться у свободном полете в напрямку до Земли. На орбите Венеры ее перехопить корабли Земли. Чому ж ты хочешь, каб я покинул тебе? Мы полетим на Землю разом. Это немогчимо. Чому? Ты ж ведаешь, что в ракете уличены каждый килограмм ваги. Мы не можем лететь у двух. Навод для того, каб ослабонить место для тебе, мне доведется выкинуть некоторые важные приборы. Ходи, Макар. Часу у нас мало. У дороги не скидай скафандра, и он застережет тебе от шкодных выпроменивания. Та-та. Будь мужный, сынок. Я не убачу тебе больше. Икар. Коли ты ступишь на Сираскалию, ты завершишь справу усяго моего життя. Бывай, сынок, счастливого тебе шляху. Бывай, батька, я еще вернусь, чуешь? Я вернусь на новом корабле, який будет у 100. Не, у 1000 разов лепше за Малахит.
Только ты живи, тата, и чекай меня. Я вернусь. Веру, Икар, ты поведешь еще не один корабель на штурм зорного неба. Бывай, мои дорогие, лети, Икар. Долетите, Кар, до земли, милый хлопчик, який он дорогий мне, того, что я взял его с собой, те не лепш было покинуть его на земли, что теперь чекая его? Боль стиская сердце, упершиню в житті. Я схлусил сыну, коли сказал, что рештки корабля смогут надолго застерегчи меня от ледяного холода космосу. Одна за одной гаснуть электролямпы, циферблаты прибору, энергия в аккумуляторах кончается. Разом с ней кончается и мое життё. Что это? Откуда? Что это? На экране локатора некая дивная, незразумелая кропка. Кропка, ранее ее не было. А может, зорка? Коли зорка, значит, конец. Кропка на экране локатора хутко повеличивается. Не, на зорку не подобно светить отбитым светлом. Неужо планета? Але якая? Вось. Стрелка электронного вымиральника хутка иди у гору. Скорость нарастая, значит, малахит трапил у зону притягнения и теперь идет до этой планеты. Коли корабель не сгорит у ее атмосферы, я выратованы. Только б вытримал корпус зоркалета. Только б вытримал. Треба хоча и включить аварийные тормозные парашюты. Ах, какое счастье, что они уцелели. Выкликаю начальника экспедиции Эда Алюа. Начальник экспедиции Эда Алюа слухает. Справа по курсу космический корабль. Что? Який корабль? Корабль чужий. У списке космических кораблей Тираскали не значится. С какой скоростью он рухается? Коли 300 тысяч километров в секунду. Напрямок? Спиральная туманность МТ-13-121. На какой отлеглости от нас находится корабль? Коли 128 миллионов километров. Я загадываю догнать его. У всех членов наукового совета экспедиции прошу до меня. Добрый день. Добрый день. Что за терминовая справа примусила тебе собрать нас? Члены совета экспедиции слухают тебя. Сябры, из отсека центрального локатора отрымано поведомление, что у космосе выявлены неведомый корабель. Я отдал загад догнать его. Праз несколько годин мы доведаемся, что там за экипаж и какой планете ее належить.
Мне здається, що ожиттявляється наша мара. Ми зустрінемося з істотами, які населяють інші світи. Може, зустріча з кораблем буде небезпечною для нас? Ми ж не відаємо, що за істоти на їм. Ну, невже тільки за гэтага ми повинні їх боятися? Хто б яны не былі, але калі тыя, хто вядзе гэты карабель, змаглі пранікнуць у такія глыбіні космасу, значыць, гэта нашы браты. І па духу, і па інтэлекту. Усё ж, ці не лепш падрыхтаваць на всялякі выпадак сродкі абароны? Калі потым гэтыя браты надумаюць атакаваць нас, будзе позна. Мы не ведаем іх намераў, іх планаў, не ведаем, што яны нясуць нам, дружбу ці варожасць. Ніякіх сродкаў абароны рыхтаваць не трэба. Істоты, якія разарвалі ланцугі прыцягнення сваёй планеты, пераадолелі спіральную туманнасць НТ-13-121, не могуць быць крыважэрнымі звярамі. У космас не ляцяць, каб пакарыць чужыя светы, а каб з'яднацца з імі ў адну вялікую сям'ю. І гэтыя людзі, а я ўпэўнены, што карабель вядуць людзі, адкуль бы яны да нас не ляцелі, павінны быць і міралюбівымі, і гуманнымі. Яны павінны шукаць сустрэчы з намі не менш, чым мы з імі. І не пра абарону павінны мы думаць, а пра то, як лепш звязацца з іх экіпажам і спыніць нашы караблі. Дазвольце сказаць мне. Гавары, я. У нас ёсць вялікі вопыт кіравання рознымі механізмамі на адлегласці. І якой бы складанай не была іх сістэма кіравання, мне здаецца, мы зможам у ёй разабрацца. А ці ўпэўнена ты, што істотам, якія ляцяць на караблі, спадабаецца, што нехта будзе спыняць іх ракету і мяняць яе курс? Пагаварыць да сустрэчы мы безумоўна не зможам. Нельга нават дапусціць, што яны ведаюць нашу мову. Але ж мы будзем спыняць карабель з самымі добрымі намерамі. Баюся, што там на караблі могуць не зразумець нашых намераў і пачнуць страляць у нас. Не можам жа мы толькі з-за адной боязні адмовіцца ад сустрэчы, аб якой марылі тысячы годзі. Гэтага нельга дапусціць. Што ты скажаш, Алёа? Ты начальнік экспедыцыі, і тваё слова – закон для нас. Я поўнасцю згоден з табою, Ія. Рубка кіравання. Загадваю. Спыніць карабель, узяць на борт яго экіпаж і пры дапамозе аўтаматычных перакладчыкаў даведацца, адкуль і куды ляціць ракета. Загад прыняты, Алёа. Ну што, сябры, будзем рыхтавацца да сустрэчы. У гэты час Ікар ляцеў на сваёй зорачцы і не ведаў, што прыкладна праз гадзіну ён будзе першым чалавекам зямлі, які сустрэнецца з людзьмі Сераскалі, з людзьмі, да якіх ляцеў Малахіт. Не скідаючы скафандра, ён сядзеў у крэсле перад тэлевідэафонам. Што такое? Падобна на радыёсігналы. Радыёсігналы з космасу? Не, не можа быць. Адкуль яны могуць узнікнуць? У бацькі ж не працуе перадатчык. Ад бліжэйшай планеты мільёны кіламетраў. І ўсё ж гэта сігналы. Так, правільна чаргуюцца гукі? Цікава, цікава. Па якой сістэме яны складзены? Хто іх перадае? Пра што ў іх гаворыцца? Ікар працягнуў руку да тэлевідэафона, каб павялічыць гучнасць. Экран свяціўся. А-а-а! Вочы. Чыесьці вочы на экране. Як маглі трапіць на экран гэтыя вочы? О, што гэта? Што са мной робіцца? Яны загадваюць мне. Я не магу ім супраціўляцца. Вочы ўважліва разглядалі Ікара.
Затым яны хутка агледзелі карабель і замерлі на цэнтральным пульце кіравання. На пульце тут жа замільгацелі рознакаляровыя лямпачкі. Прыборы паказвалі, што зорачка пачала тармажэнне і мяняе курс. Чаму сапсаваліся ўсе прыборы? Зорачка павінна нарошчваць скорасць, а яна яе губляе. Гэтыя вочы загадваюць не толькі людзям, але і машынам. Вочы зніклі з экрана. Іх месца заняў велізарных памераў зоркалёт. Ён павольна падыходзіў да ракеты Ікара. Вось-вось яго борт дакранецца да зорачкі. Але карабель завіс побач з ёю. І ў гэты ж момант тры тугія спружыны, падобныя на чалавечыя рукі, адкрылі люк ракеты, намацалі Ікара, абвілі яго па руках і нагах, і хлопчык паляцеў у чорную бездань, усеяную рэдкімі астраўкамі, бясконца далёкіх зорак. Апрытомнеў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты, рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі. Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго, а гэта не ў нашых інтарэсах. Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць? Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе. Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі. Зямля. Пакажы на карце, дзе знаходзіцца планета Зямля. Зямля – гэта мая радзіма. Одна з планет нашай сонечнай сістэмы. Перад табой зорная карта. Знайдзі на ёй зямлю, вашу сонечную сістэму, тады мы хутчэй зразумеем, адкуль ты. Зараз. Зараз. Некія дзівосныя сузор'і. На картах бацькі ніколі такіх не бачыў. Зараз. Так, так. Вось. Вось сонца. Сатурн, Уран, Юпітер, Нептун, Венера. А вось і Земля. Значыць, з гэтай планеты ты паляцеў у падарожжа. Так. Вітаем цябе, дарагі сябар, першага пасланца далёкай планеты Земля. А ў тваёй асобе усіх яе жыхароў. Дзякуй. Вялікая дзякуй. Але я ляцеў не адзін. Нас было чацвёра, і наш карабель, наш Малахіт, у шмат разоў больш за маю зорачку. Мы накіроўваліся да Сіраскаліі, праходзілі зону непрыступнасці, і ўжо былі блізка да мэты, як раптам страшэнны выбух на Малахіті знішчыў адсек галоўнага рухавіка нашага карабля. Члены экіпажа загінулі. Выратаваліся толькі я і мой бацька. Ён цяпер застаўся адзін. Малахіт страціў кіраванне, энергія ў аварыйных батарэях канчаецца. Зона непрыступнасці. Так відавочна земляне называюць спіральную туманнасць НТ-13-121. Некалькі сотень гадоў нашы караблі марна шукалі праход у гэтай зоне. Яна закрывала нам дарогу да іншых планет, да іншых светаў. Мы былі блізкія да мэты, але першаадкрывальнікамі сталі яны. Гонар ім.
слава. Яны заплатили за яе дорогой ценой. Нехай и для нас, людей другой планеты, память об их будет священной. Але мой батька еще живы. Ён у корабли. Вы повинны выратовать его. Мы зробим все, что будет в наших силах, мой юный сябр. Наш корабель зараз же отправится по курсу, каб отшукать Малахит и выратовать твоего батьку. Дякую, дякую. Нема за что дяковать. Мы повинны вам допомогчи. Мы, люди, родимы человечего счастья, тысячи годдями жили надеей на то, что нейде у незмерных глыбенях сусвету есть планеты, на яких живут такие же разумные истоты, як и мы. Тысячи годдями мы марали об сустрэчы з ім, об тым часе, калі люди, отдаленные адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Неужо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі? Мы не толькі выратаем твайго бацьку, коли он еще живы. Мы да поможем вам вернуться на свою родную планету. Я не ведаю, как отдячить вам. Мужные и добрые люди. И я. Наш земный сябр вельми усхваеванный. Ему треба отпочить. Отведи его в каюту. Ходим со мной, хлопчик. Начальнику экспедиции. Метеорометчики показывают, что траектории метеоритов и осколков космических тел, которые могли бы уничтожить межпланетный корабель землян, пролегают в других кирунках. Малахит сутыкнуться с ними не мог. Застается думать, что корабель трапил у зону притягнения планеты Трит, планеты Червоной Зорки, и его следы треба шукать там. Добро. Планета Трит, але гэта намного падоўжыць наш маршрут, Алюва. Ну і што? Што такое мільярд кіламетраў, калі гаворка ідзе пра выратаванне жыцця чалавека? Калі мы не зробім гэтага, то ганьба нашым імёнам. Мы павінны паляцець на гэту планету, абшукаць кожны яе куток. Калі Трит сапраўды адзінае месца, дзе можа апынуцца карабель бацькі Ікара. Правільна, Алюва. Мы павінны ляцець на планету Трит. Мы знойдем корабель землян. Я рады, сябры, что вы сгодны со мной. Курс на планету Трит. Ожегаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў Малахіт на пасадку. Карабель нібы смерч прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі ў Ожегава закруцілася каляровая мяцеліца. Тым часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці Малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі. Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку? Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус Малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку. Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. І як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя і добрыя людзі. Наша планета Икар
великая и чудовная. Два солнца, две зорки, синие и оранжевые, осветляют ее. Люди на нашей планете живут великой и дружной семьей. Я вельми люблю свою родимую Икар, а она же называется родимой человечего счастья. А Сираскалия завсёды была родимой человечего счастья. О, не, Икар. Наша планета, наши люди прошли долгий и тяжкий шлях развития. Четыре велизарные материки, поделенные морами и океанами на Сираскали. Четыре разные народы населяют яе. Яны вороговали помеж собою, бились за уладу и богатство. Як это подобно на историю нашей земли? А у гэтым нема ничего дивного, Икар. Життё в сусвете развивается по одних и тех же агульных законах. И якой бы ни была великой розница, завсёды у истории цивилизации можно знайсти что-нибудь агульное. А як развивалася история Сираскалі и далей? Прошло много годов. Перш чем четыре великие народы нашей планеты зразумели, что им нема за что воевать один за одним. Только дружба может дать им уладу над силами природы. У гэты час на Сираскалі хутка развивалися наука и техника. Мы расшапили ядро атома, почали выкарыстовывать энергию своих солнцев. Наши космичные корабли принесли першие звездки об інших планетах. Мы имкнулися далей, але перш за все треба было объеднать намаганні наших народов. З'єднати їх у одну сім'ю. І ви гэта зробили? Так, Ікар, ми гэта зробили. З гэтага часу Сираскалія і стала родимой чалавечага щастя. Ми злучили наші материки. У зонах, де були самые лепшие кліматичные умови, виросли новые городи. Мы научились отрымливать самые разностайные продукты химичным шляхом. Мы примусили служить нам энергию биотоков, якая выпроменивается человечьим мозгом. Человек стал свободным, як птушка. Разумные и могутные машины облегчили его працу, стали его верными помощниками. Протягивай, Ие, протягивай! Праз некалькі тысячагоддзяў народ Сираскалі дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на трыце. Як? Вы пабывалі на трыце? Два нашы караблі пабывалі на трыце прыблізна 150 гадоў таму назад. Што ж гэта за планета? Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю і амаль у тры разы менш за яе. І ўсё ж на ім ёсць жыццё. Так ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Людзі з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад. А якія яны? Ія? Вось я не ведаю, як это называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, огонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар. Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер лятім? А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку. Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна? Калі ласка, Ікар. Thank you.
Ікар припав до аптичного прибора і з прагністю глядів на чужий світ. Дякуючи незвичайній могутності телескопічної установки, він бачив, як далеко у низі, озорені фантастичним світлом, пропливали чорні хребти, велізарні жерли вулканів вивергали розплавлену лаву, і Кар бачив чорні пески пустині, коричневі плями лісів, море, подобне на гігантські витягнуті чаші. Недзе там повинен бути його батько. Ікар одарвався від телескопа тільки тоді, коли зеркальот Ар випустив довгі серебряні крили і перейшов на планування. Праз некілька минут зеркальот спинився. Начальник експедиції Альова просить увесь екіпаж собратися у салоні. Прошу, сябры, слухать меня уважливо. Каб хутчэй знайсці корабель землян, я загадал картографам разбить планету Трыт на 35 квадратов. Кожный член экспедиции возьме карту своего района. Радуя совесть, потрымливается постоянная. У дорогу, сябры, на пошуки Малахита. Почекайте. Что ты хочешь сказать? Я хочу попросить... Дозволу пасти с вами. Я не супроть. И я. Слухаю тебя, Алюа. Возьми Шикара с собой. Будете вести пошуки у квадрате номер один. Так, почекай. Але хлопчик не ведай, як кировать реактивным руховиком. И он может разбиться. Я ему все расскажу. Надевай скафандр, Икар. Готово? Так. Можно отправляться. Пошли. Якая дивосная планета. Тут все совсем не такое, как на Земле. Гляди, Ия. Черные кветки. А на древах неводного листочка. Галіни голі, тирчать, ніби вялізні руки. А там Ія. Що, Ікар? Що гэта за істоти стоять на узгорку? Гэта пігмеї, Ікар. Пігмеї? Так, одно з племен, які населяють гэту країну. Пігмеї – маленькі люди. Яны пачулі наш зоркалёт і збегліся паглядзець на небачную птушку. А можна да іх падысці? Не треба. Яны ведуць пастаянныя войны з іншымі плямёнамі. Ой, я не хацела б, каб твой бацька трапіў да іх у палон. Ты думаеш, яны могуць забіць яго? Будзем спадзявацца, што гэта не здарыцца. Лецім на пошукі, Ікар. Проходила година за годиной, а прикмет приземления Малахита все не было. Раптом увагу Икара притягнула купка древ, якія стояли на узлеску. У шматметровых волотов, небы в острой бритвой, были зрезаны вершалины, а у низи валялись обгорелые галины. Икар поднялся выше и убачил, что впереди до самого горизонта вершалины древ были такие же знявеченные и обгорелые. Здавалося, что нехто проклал гушчары. Велизарный калитор. Что это может быть? Кто мог высечь столько древ? И я. Что, Икар? Мне сдается, что такую просеку мог прокласти только зеркалет, який шел на посадку. Ты думаешь? Так, Ія, так. Погляди уперед. Неужо ты не бачиш маленькую червоную плямку? Ія, это зеркальот моего батьки. Летим туди. Увага, увага. Я Ія. Я квадрат номер один. Малахит знойдений. Я Алюа.
Поведомите докладные координаты. Мои координаты — зона 711-4. Зона 711-4. Летим до вас. Вуньон, наш малахит. Что такое? Выходной люк открытый. Тата, где ты? Тата! Ты чуешь меня, тата? Никто не отказывает. Значит, его нема в малахите. А где он? Супокойся, Икар. Ваш малахит вытримал самое великое выпробование. И он не сгорел атмосферы при посадце. Значит, мы знойдем твоего батьку. Давай лепш уважливо оглядим усё навокал. Может, тогда мы худше изразумеем, что тут отбылось? Летят наши. Его батька живы? Его батьки нема у зоркалёте, алюа. Нема? У зоркалёте? Дивно. А куда же он мог подеться? И не здарылося, что зим. Нор, я алюа. Нор, я алюа. Неоткладно доставить у квадрат номер один координаты 711-4, прибор ИП, индикатор Пахов. А ты, наш юный сябр, покуль у нас есть еще час, покажи нам свой корабель. Мы сможем почать пошуки твоего батьки только после того, как сюда и доставить индикатор Пахов. Люк малахита отшинены. Калиласка, заходьте. О, зверните увагу, сябры. Какие тривалые механизмы умеют робить земные люди. После такого выбуху корабли вельми мало разбуренню. Амаль ни один, наибольш важный прибор не сапсаванный. Ничего не разбилось. Навод аварийная посадка не покинула предметных следов. Какие цудовные механизмы и приборы. Алло, погляди. Это подобно на музычный инструмент. Это дивосно. А вот таки на первый погляд слабенький механизм, и то и уцелел при посадце. Ия скинула пальчатки, и ее пальцы докранулися до клавиатуры. Икар, який стоял побач з алюа, убачив праз шкло скафандра, як змянилися его рисы твару. Его великие вочи стали вельготными и задуменными. А гуки лилися и лилися. Яны заполнили салон, нібы живые істоты. Яны билися об его стены и вырывались у открытый люк коридора, могутные, радостные, як морский прибой для высоких скал. Гэта был гимн усепераможному гению человека, які здолеў злучить праз бездань адлегласці розные светы и пронести светлую мару об сустрэчы со своими братами чистую душу и ясно розум. Тата! Что с тобой, Икар? Гляньте сюды, у иллюминатор. Ящер! Гигантский ящер несе человека. На человеку скафандр. Это тата! Ия и алюа выбегли с корабля и с допомогой реактивных рухавиков поднялись вверх, туды, где тяжко рассякаючи велизарными крылами поветра, летел гигантский ящер. Наблизившийся до ящера, алюа достал променевый пистолет и натиснул на кнопку. Тонкий, як иголка, промень светла пронизал страшидло, и яно, выпустивши здобычу, тяжко полетело вниз. И я на лету подхопила тело Ожегова и плавно опустилась на верхнюю пляцовку малахита. Тата, тата, что с тобой? Люди сироскали, да поможите! Тата, тата! Дякуючи намаганням Ии, Ожегов хутка опритомнил. Праз некалькі гадзін ён ужо сядзеў з Икаром у салоне зеркалёта и расказваўся раскалійцам пра свае прыгоды на планеце Трыт. Пасля пасадкі я рашыў азнаёміцца з планетай.
У час першой же вылазки меня взяли у полон пигмеи. Их было так много, а я не хотел корыстаться зброей. Я так боялся, тата, что ты трапишь до их у полон. И я рассказала, что они жорсткие и коварные. Ну, пигмеи извязали меня и понесли до своей стоянки. Але у глубокой теснине яны трапили у засаду, якую подрыхтовали им воины племени Нгхара. Яны так само сочили за приземлением Малахита. И решили, что вы сын неба. Так. Позднее я доведался, что до их годов 150 тому назад пролетали уже сыны неба. Это были ваши зоркалеты? Наши. Что было потом, тата? У теснине разгоралась сутычка. Перемогли воины племен Дхара. Я пошел разом с ними до места их стоянки. На ночлег мы спынились у велизарной печоры на березе Малинового озера. И там увесь наш отряд ледь не загинул. Як? Чому? На нас напал страшенный спрут. Перш чем я забил его с провиненого пистолета, який, на счастье, взял с собой, и он поспел знищить несколько воинов с нашего отряда. А Яшер? Откуль взялся Яшер? А, сегодня раницей я решил доследовать горный хребет. Поднялся на вершиню горы, я краптом отчул моцный штуршок и полетел у бездань. У бездань? Так, а потом я раптом убачил, что меня подхопил велизарный ящер. Сопротивляться я уже не мог, не хапало сил. И коли б не вы, я не знаю. Успокойся, дорогий сябр. Небеспека минула. Теперь ты знайшел сына, а сын тебе. Мы полетим разом на межпланетную станцию Сираскалии, где сможем отремонтовать ваш малахит. А затем наши шляхи разойдутся. А и на станции разом с нашими учеными вы вырешите питание постоянной связи меж нашими планетами. И мы завсёды будем ведать, что неде у просторы галактики есть наши браты. Прайшло полтора земного года с того часу, як зоркалёт Ар, умацаваўшы на верхней пляцоўцы рэшткі Малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сераскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сераскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася и нарэшце заполнила весь экран. Зрабивши два облёты вакол спадорожника, зоркалёт мягко сел на стартовую дорожку и, подхопленный могутными электромагнитными кранами, плавно вошёл укрытый ангар. Так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы і кар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам зямлі, выратаваным ад смерці. Сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зоркалёта Малахіт.
Я бы верно хотела, Андрей Димитрович. Я не могу привыкнуть, что люди на земле мают два имя. Ты называй меня просто Андреем. А ты ж так можно? Ну, тогда называй товарищем Андреем. Не, я буду тебя называть Сябр Андрей. Земный Сябр Андрей. Что ж, называй так. Так что б ты хотела, Ия? Я вельми хотела, каб ты с сыном не покидал нас, каб мы назавсёды застались жить у нас на планете. Мы ненадолго расстанемся, Ия. Пройдя не так много часу, и новые, больше могутные корабли прилетять до вас с земли. И для того, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вернуться на свою планету. Алёва казаў, что работа по збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць, як толькі пра гэта падумаю. Я так привыкла до тебе и до твоего славного хлопчика. Мы стали добрыми сябрами. Так, Ия, мы стали добрыми сябрами. Ты выратовала меня от смерти, и у меня нема слов, каб перадать, як я тебе удячны. И еще я хочу сказать. Что? Мы тут застаться не можем. А вот ты полетим с нами на землю. Мы откроем перед тобой свет не меньше цікавый и цудовный, чем твоя краина. Мою краину так само можно с полным правом назвать родимой человечьего счастья. На землю? На землю. И? Не, а як же? Назавсёды покинуть Сираскалью? Я гэтага не могу зрабіць, мой зямны сябр. Мне тяжко с вами расставаться, але назавсёды расстаться с планетой, на якой я выросла, так само вельми тяжко. Я не могу полететь на землю, Андрей. Подумай, Ия. Ты допомогла б нам хутчэй установить сувязь с вашей планетой. Ты принесла б на землю тое багацце ведаў, якія ваши люди здобыли за целое стагоддзе. Ты знойдзеш там много сяброў. Урэшце ты зможешь вернуться назад с першым кораблем землян. Полетим разом, и не ведаю, зямны сябр, не ведаю. Прайшло роўна два зямныя месяцы, і малахіт быў поўнасцю адрамантаваны. Цяпер на ўзлётнай дарожцы стаяў гатовы да старту ранейшы прыгажун зоркалёт. Ожагаў усё часцей і часцей звяртаўся да Іі з адной і той жа прапановай – ляцець на зямлю. І вось… Ікар! Ікар, ідзі сюды! Я тут, тата! Ія згадзілася ляцець з намі. Ура! Ура! Бачыш, вунь яна ідзе да нашага зоркалёта. Ія! Ія! Добры дзень, Ія! Тата сказал, что ты... Так, Икар, я лечу с вами. Совет старшин доручил мне допомогчи установить сувязь помеж Сираскалией и землей. Сонечным майским ранком Ия, Икар,
и Ожегов стояли на космодроме Земли, моцно трымаючи один одного за руки. Невыказное счастье наполняло их. Яны прилетели сюда про сотни миллиардов километров космичной ночи, про незлеченные выпробования, которые сустрелись на их шляху, и яны перемогли тому, что нема в сусвете силы, якая не покорилась б силе человека, узброенного ведами и любовью, любовью до своей земли, до всего живого, что населяя бесконцые сусветы, якие лежать у бездани космосу. А праз некалькі гадзін Ікар адлятаў на месяц, дзе размясціўся цэнтральны касмічны порт для караблёў, якія адпраўляліся ў космас. Экспедыцыя накіроўвалася да цэнтральных зорак млечнага шляху. Бывай, Ікар. Бывай, мой дарагі хлопчык. І памятай, тут, на Земле, мы завсёды будем помнить про тебя. Бывай. Не треба. Не плачь, Ія. Ікар, бывай, сынок. Мне нелегко с тобой расставаться. Але так треба. Ты молоды, разумны. Человечество не может спыняться у своим руху уперт. Лети, Ікар. Помни, кольки б не прошло поколению, на земли тебе будут чекать. Бывай, батька. Бывай, Ія. Бывай, мой хлопчик. Бывай, сынок. Лети.